Всем здрасте, всем здрасте, мои хорошие. Я тут иду, снег у нас летит, я вся в снегу. Спешу в сберкассу оплатить коммунальные услуги. По онлайн я не плачу. Есть повод прогуляться, поэтому иду пешочком. Погода у нас ветерок небольшой и снег летит. Сейчас немножко приостановился. А прям такие хлопья были красивые. Это прям много столько. Очень здорово. Вот. Засыпало все деревья. Спешу вам показать, как у нас тут хорошо. Прекрасно. Я сейчас оплачу, и мне надо будет зайти к свекрови. И там гостинчик приберегла. Ездили в город. Ой, скользко. В город. И так в магазине кое-что купила. Так что тащить тяжело. Иду больше километра пешком. Полезно ходить. Вот повод прогуляться. Так что вот так. Вот такая у нас зима тут красивущая. Снегопропасть. Поплывем по весне, наверное. Ну, кто-то поплывет, а кто-то и нет. Может, все обойдется, будет постепенно все таять, и будет все хорошо. Снег прям залипает меня всю. Ну все, я дела поделала, теперь пойду. Вот такие елки огромные стоят, все в снегу у нас. Красота. Снежная красота. Снег так и не перестал, чуть-чуть потише. Ну идет. Идет, дорогой, идет. В этом году прям нас хорошо засыпает. Ну, сами просили, как Лена сказала. Напросили себе снега. И вот он идет у нас чуть ли не каждый день. Я нахожусь в центре. Тут наш самый центр. Туда школа. Здесь вот я была. А здесь вот уже центр. Здесь у нас проходит каждую среду рынок съезжается сюда. Вон туда подальше чудок, на пятачок на тот. Вот тут все это проходит наш рынок. Ну, сегодня у нас пятница, приезжает только в среду, и уже рынок не такой, как был раньше. Раньше очень большой был рынок, сейчас приезжает прям машин очень мало. Зимнее время, да и много магазинов, а зарплаты у людей не резиновые из пенсии, поэтому на все денег не хватает. Вот такая вот у нас тут зимище, зимище. Все кругом засыпано снегом. Ожидалку тоже или остановку завалили, никто даже ее не почистит. Кому она нужна? У нас нет таких рабочих, чтобы очищали остановки. Вот она какая стоит, заваленная. Даже с Новым годом поздравляли. 8 класс повесил школьники. Поздравления. С Новым годом. Спасибо. Поздравили. Раньше... Как говорится, алкашей было полон, заставляли отрабатывать их. А сейчас нету что-то у нас никого. Повымерли много. Поэтому чистить особо нарушителям некому. А единиц на уборку тоже не выделяется. У нас даже свет по улицам нет ни у кого. Только фермера у себя повесили лампочки. А мы сидим все без света. Вечером по улице нельзя пройти. Ночь кромешная. Ни одной лампочки не висит. Дорого, говорят, дорого обходится. В аренду столбы брать дорого. Все дорого. Так что не очень-то у нас тут хорошо. Сказали, сидите дома по вечерам. Нечего вам там лазить. Вот и сидим по ночам дома. 6 вечера. Как стемнело, так мы все по домам. Ну вот туда-сюда я уже дошла до своей бабушки. Сейчас пойду отнесу ей гостинцы. И домой почапаю. Хорошо, тут еще деревья за школой. Вообще тихо. Туда-то я шла. Ну, ветерок дул. А сейчас прям тихо так. Замечательно все. Вот сколько сугробов у нас, видите? Очень много снега.
пойду потихоньку, побыстрее. А я шла, 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 и отросток колеуса нашла. Иду по дорожке, смотрю в окошко. У соседки далеко от меня растет колеус. Вот такой красавчик. Сейчас я его поставлю в воду. Пусть он укореняется. Вот такой вот. Уж как получится, честно говоря, не знаю. Может, срез надо бы сделать другой, свеженький. Сейчас попробуем сделать срез. Наискосочек. И поставлю. Оберу немножко листиков у него. О, сломался. Вот видите, как неудачно получилось у меня. Надо было обрезать ножничками, а я напортачила. Но я его поставлю в маленькую рюмочку. А этот сейчас побольше поставлю туда в этот стакан. Да. Там еще какие-то кривоватые у нее. Отщипнем сейчас и поставим. Вот так. Пусть растет. А эти сейчас малявки посажу в маленькую рюмочку. Крошечную. Может, что-то и получится. Налью святой водички и поставим. Ой, ну жалко прям. Такой вот красивый он. Цвет темный-темный, вишневый. Что ж поделать? Делаешь одно, получается по-другому. Это, наверное, малявки. Навряд ли что-то от них получится. Они слишком молодые, а там кто знает. И вот еще один крошечный совсем. Они, наверное, застаревшие. Просто хозяйка говорит, забывай их поливать. Стоят они, стоят. Раз в неделю вот полью. Ну все. Вот такие вот получились у меня. Два череночка. Колеуса. Череночков много. Стаканчика два. Неправильно выразилась. Сейчас я их поставлю на окошко. И будем наблюдать, как они будут развиваться или нет. Все зависит от их возможности тяги к жизни. Все, поставим сейчас их. А я достала блинчики. Разморозила их. Надо будет пробу снять. Какие я купила блинчики с печенкой. Сейчас мы их достанем и обжарим на сливочном масле на сковородочке. Вот такие блинчики. Как раз все 6 штучек, они сюда и поместятся. И я таким вкусняшкой. Ну, обед не обед. В общем, покушаю. Как раз 6 штучек на сковороду получается. Своих лень печь. Да я взяла немножко, вот полкило получается. Сейчас обжарится. Будут хрустящие, румяной корочкой, да с чайком сладким. Какая же будет красота. Я думаю, не всегда же печь. Можно и воспользоваться где-то другими возможностями. Вот, пожалуйста, воспользовалась. Полуфабрикаты продукции саратовских дубков. Я как-то брала пельмени. Мне не понравились. Такие ж, точно говорю, они у нас в магазине лежат. Ну, и все же должно быть хорошее. О, какие румяные, красивучие. Вот и готово. Быстро? Да. Вкусно ли? Не знаю. Он развалился весь один. Развалился. Удобно, быстро. А насчет вкуса, я говорю, я не пробовала. Сейчас попробую. Скажу честно. Начинка вот тут чуток показалась. Печеночная.
Все 6 я, конечно, не стрескаю, не осилю, а 3-то точно. Умолочу, они не так уж и большие. Так, сейчас будем пробовать на вкус. На вкус пахнет печенкой. Только какой, не знаю, куриная, свинина. Говяжья навряд ли, она дорогая. Все развалилось. Это не домашние блинчики. Ну что ж, снимаем пробу. Нет. Не очень, так уж сказать, что хорошие они. Печенка недосоленная. Ну, есть фабричные, это не домашние. Так что больше брать не буду. Пробу сняла. Всем приятного аппетита. Мой вердикт такой. Не ленись, пеки сам. А на дядю надеяться нечего. Дядя хорошего не сделает. Нет, домашние блинчики есть домашние. А это... Не очень вкусно. Ну, есть можно, но не так, что прям ешь с удовольствием. Ну, вот и пробу сняли блинчиков от фирмы Дубки Саратовской области. А там, кто знает, у любителей вкусы, как говорится, у всех у нас разные. Блинчик отведала, немножко отдохнула, пописала комментарии, а теперь я вышла снег почистить. Насыпала хорошо, снег пушистый, легкий, красивый, но его надо прибрать. Сейчас немного почищу. А потом пойду в сарай, уберусь и домой. Вот и день закончился. Так вот мы живем. Спокойно в деревне. Тихо, город, суета. А у нас тут одно спокойствие. Немножко передохнуть. Что-то как-то вроде снег легкий, да нет, а кидаешь и немножко подустала. Смотрю на небо. Небо с одной стороны вот такого чистое, голубое-голубое, но время уже 5 часов вечера, а там вот тучи прут. То ли к нам, то ли от нас, непонятно. Прям вот минут 5 был туман, сейчас все рассеялось. Вот какая погода интересная, прям как в сказке. А мне осталось начать и кончить. Я остановилась вот здесь пока, лопата моя ждет, а я встала, немножко отдохну. Потрещу, вот это сейчас вычищу, дойду до дружка. Там у него тоже в конуру проковыряю дырку, чтобы ему хорошо было залазить. Накормлю его, а потом уже домой. Вот так, мои дорогие. Городские жители, хорошо иметь домик в деревне. Бери больше, кидай дальше. Пока летит, отдыхаем. И так всю жизнь. Всю жизнь кидаем. Сергей говорит, на будущий год куплю себе снегочистилку. Я говорю, да, это хорошо, если будет так. Сейчас
Тут себе ковыряя идет по проулку. Знакомый шумит мне. Чё ты там чистишь? Иди в проулок чисть. Ну, проулок сами протаптывайте. Мне и тут достаточно очищать его. Так что все, мои дорогие, друзья мои дорогие, всем спасибо, что были со мной. А я начинаю копать туда, докапывать, вычищать. И до свидания. А то дружок уже у меня хочет кушать. Собирает кусочек, который вчера ему давала, хлебушку он не доел. И вот сейчас грызет. Вон еще один валяется у него. Всем пока, всем спасибо. Подписывайтесь на мой канал. Не проходите мимо меня. Со мной будет интересно. Ну, не так, как прям уж. Но все-таки со мной жить можно. Всем спасибо, всех благодарю. Вот такая куча стоит снега. И мне туда вот на самый верх надо все кидать. Ну что ж, сегодня моя очередь. Сын у меня на работе. А я сегодня вкалываю. Всем пока!